Организация летнего отдыха и оздоровления детей в Якутии признана лучшей на всем Дальнем Востоке. Об этом сообщили сегодня во время круглого стола, прошедшего в парламенте Якутии. В этом году в республике открылось больше детских объединений, возросло и количество баз стационарных лагерей. Кроме этого, по сравнению с прошлым годом увеличились как охват, так и количество летних оздоровительных центров. Здоровье детей на сегодняшний день 40 116. Но позволю повториться, что отдых и оздоровление носят понятие круглогодичные, в том числе выезды у нас во всероссийские детские центры, океан, влюбленных смен и так далее еще продолжаются. И будет большое мероприятие, традиционная елка главы, куда приезжают 700 ребятишек со всей республики, и для них оздоровительная программа на базе санаторно-оздоровительных учреждений республики.